МИД Казахстана выступил с обращением по поводу трагедии, произошедшей в Турции. В ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают террористический акт, приведший к десяткам человеческих жертв. Цитирую. Особое возмущение вызывает цинизм, с которым преступники в качестве мишени избрали участников светлого торжества бракосочетания. Передаем наши искренние соболезнования братскому турецкому народу, родным и близким погибшим. Желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим. Также в министерстве подчеркнули, что Казахстан поддерживает мировое сообщество в борьбе с терроризмом и призывает к дальнейшему укреплению международного сотрудничества и координации усилий в этой сфере.